Я понял. Да, я положу. Да, очень круто было. Вот она пришла, любовь, ребята. Шкура, знакомьтесь. Я тебя сейчас убью, корыто ты. А к чему ты начинаешь вообще это говорить и орать? Я что-то не поняла. Потому что я тебя попросил, не снимай меня. Ну, нечего бегать с голой жопой и писюном в моем перископе. А что она у тебя пишет все время? Похож на вокалиста Хьюардс просто. А Таня похожа на Аври Лавин. Ой, она как хотела сказать. Да, монтирует. Ну, я могу, конечно, попытаться показать, но будет злой. О, Саша только что двери закрыл специально. Специально закрыл двери, чтобы я вам его не показывала. Смотрите. Сейчас. А чё двери закрываешь? Боишься? Что? Саша говорит, ты меня в перископ. А чё, ты не хочешь, чтобы тебя увидели в перископе? Ого, вы посмотрите. Главное, как мне тыкать камерой в лицо в любой момент. Значит, можно. А как Сашеньку показать в перископ нельзя. Закрыл двери. Ого, вот это комплексы, да? Ну, я не знаю, что это вообще было. Ну, короче, вы поняли. Вы все видели. Нет, я не с Тарасом. Видите, здесь пусто. Здесь место для кого-то. Пригрела я. У меня все хорошо. Как у вас дела? Да ни за что. Не хватало еще, чтобы говорили, что я офис рука ищу. Тоже мне вот где-то нашелся. Если бы вы не трогали... Да помолчи ты. Приветик. Я тебя сейчас убью. Я тебя не буду показывать. Ты всегда так говоришь. Зашла повыебываться. Я накрасилась. Смотрите, я красавица. Там не видно, что я накрашенная вообще. Конечно. Я просто давно не заходила в перископ. А что ты мне чай не сделал? Пахнет хорошо, я тоже хочу. Привет. Ой, привет. Омлет. Я разучилась разговаривать. У меня все хорошо, как у вас дела? Я? Почему, когда я улыбаюсь или веселая, все думают, что я пьяная сразу? Я не могу быть просто веселой? Нет. Почему? Потому что пишут, что Саша даун. Привет из Эстонии. Я тебя сейчас врежу. Ты лох, пишет. Саша, привет. У меня 1000 зрителей. После этого он пошел к Иванычу. Блин, надо голову уже помыть. Зачем? Волосы грязные. Покажи шапик, а он не хочет. Мы смотрим семейную мелодраму, а вы что делаете? Такое ощущение, что тебе лет 40. Да? Это все из-за помады, наверное. Не ругайтесь коткопом, загрючила. О, это что, все? Все типа, да? Это, а, нет, все нормально. Ты выкинула шапку, Саша? Нет, не выкинула. Включи мне телевизор. Сейчас. Семейные мелодрамы нельзя пропускать. Ошибки хирургов. На.